Коллекция семьи Андерсон в университете Стэнфорда – одна из лучших коллекций послевоенного современного искусства. В 2014 году семья Андерсон пожертвовала 121 работу музею Стэнфорда, и это стало заголовком в мире искусства. Это большое счастье для нас видеть вблизи абстрактный экспрессионизм в двух его проявлениях. Action painting, color field painting и Bay Area figuration. В коллекции семьи Андерсон представлены две школы Нью-Йоркская и школа залива Bay Area. Собирать коллекцию Андерсон начали случайно, и произошло это в Париже после посещения Лувра. In 1963, we took this trip around the world and ended up at the Louvre, and that changed the whole Andersen perspective on art and painting. Что-то произошло с нами, позже вспоминал Хэнк Андерсон. Мы впервые почувствовали красоту и волнение мира искусства, и мы поняли, что должны быть частью этого. Хорошо изучать искусство в книгах, но что-то происходит с тобой в присутствии оригиналов, говорил Хэнк. Одной из жемчужин в коллекции семьи Андерсон является картина «Люцифер» Джексона Поллока. Люцифер в христианстве – это падший ангел. Люцифер образован из двух слов – «люкс» – «свет» и «феро» – «несу». Давайте подойдем поближе к картине, а еще лучше войдем в нее. Посмотрите на эту черную паутинку, на эту пляску изломанных линий, на движение справа налево и в обратном направлении. Черная сетка разрывается всполохами красного, желтого, оранжевого, фиолетового. Эти запущенные, как петарды, цвета пульсируют на картине, создавая в этом хаосе своеобразный ритм. Последним цветом Поллок добавил зеленый. Для этого он вертикально поставил холст так, чтобы наносимая краска стекала по картине. Люцифер Джексона Поллока является яркой иллюстрацией action painting, направление, которое возникло на нью-йоркской арт-сцене в конце 1940-х годов. Критик Гарольд Розенберг, который придумал этот термин «живопись действия», предположил, что на какой-то момент полотно, холст становится ареной для выражения чувств экзистенциальной борьбы художников за свое существование. Холст становится ареной, а не событием. Почему Джексон Поллок решил сосредоточиться на создании композиции с помощью капель или заливки краски – вопрос открытый. Впервые эту технику Поллок увидел у украинской художницы Джанет Собель на выставке Пегги Гугенхайм в 1944 году. Картины Собель, где под густым узором тонких черных линий терялись предметы, поразили его. Интересен и другой момент. Живопись Поллока никак не связана с мольбертом. «Я едва ли хоть раз натягивал холст на подрамник», – заявлял Поллок. «Я предпочитаю прибить холст к стенке или полу. Я должен чувствовать сопротивление твердой поверхности. Так я ощущаю себя ближе к живописи. Я становлюсь ее частью, я могу ходить вокруг нее, работать с четырех сторон и буквально быть внутри ее». «Когда я внутри живописи, я не осознаю, что я делаю», — говорил Поллок. «Понимание приходит позже. У меня нет страха перед изменениями или разрушением образа, поскольку картина живет своей собственной жизнью. Я просто помогаю ей выйти наружу», — говорил Поллок. Эту картину Джексон Поллок отдал химику Гранту Марку в счет оплаты медицинских услуг. Увы, но Джексон Поллок, падший ангел, не смог победить пагубную страсть к алкоголю. Он погиб в автокатастрофе в 1944 году, но его Люцифер жив.